heaven on earth. Радуйтесь, восклицайте, аплодируйте. Привет всем в Блумфонтейне, Йоханнесбурге. Поднимите со своих мест, со своих диванов и кресел и воздайте хвалу Господу. Все остальное – пустота. У нас есть слава жизни. И у нас есть Бог, который дал нам жизнь. Привет всем на ТБН, ТБН ЕТУ, One Gospel, Facebook Live, YouTube и на радио. Мы также приветствуем исправительные учреждения. Нас сейчас смотрят сотни тысяч человек. Бог будет прославлен, и ваша жизнь изменится. Ваши ожидания — это как приглашение для небес. Поднимите руки и скажите: «Я готов». Я готов к тому, что Бог будет двигаться в моей жизни сегодня. Во имя Иисуса. Давайте еще раз. Я готов к тому, что Бог будет двигаться в моей жизни сегодня. Если вы верите в это, то воздайте Ему хвалу. А мы пока поприветствуем Россию, Израиль, Америку, Европу, Индию, Китай и все страны Африки. Пусть Бог благословит вас. О, какой чудесный день! Рад видеть всех вас. Сегодня мы прекрасно проведем время с Богом. Бог благ всегда. У Него есть для вас будущее и надежда. Хочу напомнить церкви в Йоханнесбурге, что я буду у вас каждое воскресенье, начиная с 9 мая. Я буду вести оттуда прямой эфир. После этого собрания я полечу туда. Перенесусь туда, как Филипп, и вернусь к делам в Йоханнесбурге. Многие люди недовольны этим, но меня это не волнует. Пора заняться делами Царства Божьего. Откройте свои Библии на 7 главе Евангелия от Луки. Так, а можно мне клавиши в мой монитор? Спасибо. Не по приказу совета или комитета я действую, а по приказу Духа Святого. Величайшее пробуждение в истории уже на пути к нам. Я рад, что некоторые из вас рады этому, потому что это изменит вашу жизнь, вашу семью, вашего сына, вашу дочь, ваше здоровье, вашу психику, ваши привычки и все, что с вами связано. Но нам нужно подготовить атмосферу. Обещание не означает, что это произойдет автоматически. Поэтому нужно, чтобы жаждущие подготовились к движению Бога. Жаждущие, а не те, кто отсиживаются где-то или забились в угол. Мы не отдыхающие, мы альпинисты, мы не уступаем, а мы захватываем, мы не прогибаемся, мы меняемся. Если хотите увидеть большое движение, то наблюдайте за церковью. Наблюдайте за этим местом, потому что мы не уступаем страху этого мира. Мы не прогибаемся под план этого мира. Мы не соглашаемся на то, что безбожное отделяет нас от живого Бога. Каждую неделю я сталкиваюсь с трудностями, но меня это не волнует. Я был рожден для этого. Я был рожден для борьбы, поэтому вперед. Сердце поклонения. Итак, поехали. Что ж такое сердце поклонения? И что Богу нужно в это время, знаете? Евангелие от Луки, 7 глава. Буду читать перевод «Страсть». Потому что мы должны заниматься этим делом со страстью. Нет, это была не страстная хвала. Улыбнитесь под своей маской и воздайте Богу страстную хвалу. Неважно, как вы себя чувствуете, воздайте Ему страстную хвалу. Это и есть жертва. А вы знаете, что есть люди в инвалидных креслах, которые хотели бы быть на вашем месте? Они бы так не сидели. Они бы стояли и воздавали Богу хвалу, аллилуйя. Так, дам вам еще один шанс. Давайте воздадим Богу страстную хвалу. Есть люди без рук и без ног. Если бы у них были руки, то сегодня они хлопали бы в ладоши.
Есть люди без голосовых связок, но если бы у них были голосовые связки, то они громко славили бы Бога. Они бы не сидели и не наблюдали в нашей церкви в Блумфонтейне. Есть человек по имени Джаред, он был профессиональным гимнастом, но как-то он прыгал в реку и сломал шею. Сегодня он парализованный, прекрасный юноша. Каждое воскресенье он славит Бога в своем инвалидном кресле. Он танцует в кресле. Я смотрю на это, а потом смотрю на некоторых христиан. Нет, я не собираюсь критиковать вас, я просто хочу активировать вас. Возьмите себя в руки и измените свои отношения с Богом. Бог не приходит к людям на нейтральной территории. Бога не привлекают люди, утратившие жажду. Потому что все эти вещи идут вместе. Можете не обращать на меня внимания, обращайте внимание на Духа Святого. Установите правильную температуру в своем сердце, и тогда у вас будет то место, где Бог сможет двигаться. Это место не для человека, а для Бога. Здесь мы соответствуем не человеку, а Богу. Здесь мы создаем климат небес. Здесь мы более радикальны, чем в любом другом месте. Если различные организации могут устраивать марши, то и христиане могут быть радикальными в отношении Иисуса Христа. Поэтому давайте, вставайте на ноги и кричите что-нибудь, разозлите дьявола и прославьте Бога. Я чувствую, что Дух Святой здесь, и мне хочется бегать по залу. Но это время еще придет, поверьте мне. Я устал от этого локдауна, устал от карантинного христианства, от посредственности и апатии в сердцах христиан, устал от того, что мы служим Богу только так, как нам удобно. Я устал. Я переверну это место. Я собираюсь перевернуть Йоханнесбург. Потом я поеду в Блумфонтейн и снова сделаю из него дом пробуждения. Мы потрясем это место. Нам не нужна комфортная религия, которая ничего не значит. Одно прикосновение от Бога, и ваша жизнь уже больше не будет прежней. Вам не нужна теория. Вам нужна живая встреча. Доктрины вам не нужны. Давай, проповедник, начинай уже читать Писание. Нет, я хочу поговорить о вашей атмосфере, о вашем климате, о вашей среде. Я хочу спровоцировать или активировать что-то в вас, то, что дремало слишком долго во имя Иисуса Христа. Нам нужно вернуть на место боевой дух и наши ожидания. Нам нужно помазание. Даже если вы сидите далеко, я вас достану. Я в первую очередь продвигаю пробуждение. Я пробудитель, а не епископ, или как там еще называют меня люди. Когда в Блумфонтейне началось пробуждение, там был человек по имени Дэвид Маурхаус, настоящий английский джентльмен. Он убежал из церкви в Порт-Элизабет, потому что ему не понравилось движение Святого Духа, а затем он совсем перестал посещать церковь, а потом он пришел к нам. Как там двигался Бог? Я говорю о движении Бога и чувствую Духа Святого. Сейчас что-то будет. Послушайте меня. Он буквально прилип к своему стулу. Такой правильный, степенный английский джентльмен. Но Дух Святой нашел его. Подождите, пока Дух Святой доберется и до вас. Он потрясет вас. Вывернет вас наизнанку. Перевернет вашу жизнь, потому что встреча с живым Богом — это самая мощная встреча в вашей жизни. Дэйв попытался уйти с собрания. Он встал и пересел на задние ряды. Но Дух Святой достал его и там. Он пытался встать и уйти, но не мог пошевелиться, потому что сила Божия была слишком мощной. Затем он очень быстро стал таким же, как мы. Вы придете сюда не чистым, а уйдете чистым. Придете в оковах, а уйдете свободными. Вы придете с низкой самооценкой, а уйдете с высокой.
Бог исцелит вас. Вы придете сюда сломленным, а уйдете целостным, благодаря силе Иисуса Христа. Слышите меня? Нам нужно создать атмосферу. Во время этого локдауна сатана попытался украсть поклонение, которое принадлежит Богу. Лука 7:36. После этого Симеон, иудейский религиозный лидер, пригласил Иисуса к себе домой на обед. Иисус принял приглашение. Когда он пришел в дом Симеона, он занял свое место за столом. По соседству жила безнравственная уличная женщина, всем известная как проститутка. Слава Богу за тех женщин, которые раньше были проститутками, а сейчас они члены нашей церкви. Мы спасли более 1000 женщин, если быть точнее, то 1300 женщин мы спасли за последние 10 лет из работорговли. Слава Богу за это. Бог искупил их, очистил, и они пережили прикосновение Божьей любви. Сегодня многие из них активно служат в церкви, и многие счастливы в браке. Кто бы мог подумать, когда Иисус прикасается к вам, все меняется. И когда она услышала, что Иисус в CRC, вот за что люди ненавидят нас, за то, что Бог здесь. Они ненавидят не нас, а Бога на этом месте. Они знают. Когда люди приходят сюда, они меняются. Когда она услышала, что Иисус находится в доме Симеона, она взяла изящную фляжку из алебастра, наполнила ее самыми дорогими духами. «Не приходите к Богу без жертвы». Вы не можете поклониться Богу тем, что вам ничего не стоило. Вы не можете поклониться Богу, между прочим. Вы не можете поклоняться Богу в комфорте. Именно поэтому Иисус Навин сказал: «Выбирайте, кому вы будете служить». Каждое воскресенье я выгонял детей из кровати с их раннего детства и приводил их в Дом Божий. Это не обговаривалось, потому что в воскресенье мы поклоняемся, в воскресенье мы ходим в Дом Божий, в воскресенье мы надеваем лучшую одежду, в воскресенье мы приносим лучшие пожертвования, в воскресенье мы уделяем Богу лучшее время. Мы не делаем это бездумно, и, между прочим, как какую-то религию, мы даем Богу лучшее. Она знала, что идет к Иисусу, поэтому оделась в лучшее. Я не говорю, что Бог смотрит на вашу одежду, но я считаю, что если вчера вышли в гости и наряжались для этого, а в церковь мы оделись попроще, то вам нужно это пересмотреть. Мы стали настолько фамильярны с Богом, что мы перестали уважать Его. Он выше нас. Никакой жажды и никакого уважения, никакого желания поклониться Богу. Мы перестали считать, что это самая важная встреча на неделе. Я сломлен, и мне нужен Бог. Я отступил, и мне нужен Бог. Я упал, и мне нужен Бог. Мне нужно вернуться в присутствие Иисуса Христа. Так сделала и та женщина. Она была разбита, потеряна и испачкана. Люди навесили на нее ярлыки. Мы часто так делаем. Мы определяем людей не по Божьей любви, а по их жизненному опыту и жизненному пути. Особенно это касается женщин. Они переживают насилие, их используют. Они состояли во многих отношениях. А потом из-за всего этого у них низкая самооценка. Даже в этой истории, когда та женщина прикоснулась к Иисусу, один из фарисеев сказал: «Если бы Иисус и правда был пророком, то он бы знал, кто эта женщина». А думаете, Иисус не знал, что она была проституткой? Они одевались определенным образом и пользовались определенным парфюмом. Думаете, Иисус был не в курсе? Как раввину, Иисусу не положено было находиться среди греха и среди того, что считалось нечистым.
Нечистое не могло прикасаться к чистому. Но тут Иисус изменил закон. Теперь действует благодать, и вы можете прийти к Нему таким, какой вы есть. В каком бы состоянии вы ни были, для вас найдется место у подножия креста и возле Иисуса. Я хочу сказать, что для этого вам нужно просто прийти в церковь. Вам нужно прийти к Иисусу со всей своей сломленностью. Вам нужно принести свой сосуд и вылить его на Иисуса в поклонении и восхищении, поклоняясь перед Богом и отдавая Ему самое лучшее. Возможно, ваше лучшее — это ваши слезы, или ваша боль, или прощение обидчика — это жертва. Вы выльете все это перед Ним, а Он изольет на вас свое благо, благословение, целостность, исцеление, радость и обновление. Все это Он изольет на вас. Если вы любите Иисуса, то излейте на Него хоть немного своей хвалы. Излейте на Него свое поклонение и благодарение во имя Господа Иисуса на этом месте. Аллилуйя! Она пришла в дом религиозного лидера и на глазах у всех его гостей. Сейчас много фанатов Иисуса. И не так много его последователей. Мы стали фанами? Фаны восхищаются издалека. Или же мы все-таки последователи, которые будут стоять до конца, которые останутся у креста, даже когда начнутся гонения? Настоящие последователи не меняют посвящение на комфорт и жертвенность на угоду себе. Фрэнк Синатра пел когда-то «Я сделаю это по-моему». Нет, так у вас ничего не выйдет. Если вы хотите получить Божие благословение, Его силу и Его присутствие, то вы не сможете сделать это по-своему. Она услышала, что Иисус в городе. Каким-то людям посчастливилось побыть рядом с Иисусом, и вот туда приходит эта женщина. Она пробивается туда, где был Иисус. Как так вышло, что люди больше не хотят пробиваться к Иисусу? Как так вышло, что люди могут сидеть в церкви и больше не жаждать Бога? Это похоже на религиозных лидеров из этой истории. Он не осознавал, кто рядом с ним. Он не осознавал, что это за сила. Только Иисус — надежда для нашего мира, а не ученые, которые меняют свое мнение каждую неделю, между прочим. Ученые не в силах изменить этот мир. Когда церковь вознесется, этот мир окажется во власти Антихриста. Но пока он не может захватить мир, потому что тут есть церковь, которая не будет уступать. И которая знает, что Бога нужно прославлять громче, чем когда-либо. Скажите громко «Аллилуйя». Мы меняем атмосферу. Мы меняем сердца людей. Не ожидайте, что сегодня будет посредственное, еле теплое собрание. Такого не будет. Пришла пора пробуждения. Пора выбросить какие-то вещи из сердец людей. Сломленные и плачущие. Она покрыла его ноги слезами, которые текли с ее лица. Она все плакала и вытирала его ноги своими длинными волосами. Представьте себе это. Представьте себе полную комнату достопочтенных людей. Я был на подобных собраниях, и Дух Святой касался меня там. О, сколько историй я мог бы вам рассказать. Сижу я с важными людьми из религиозного мира, и вдруг Дух Святой начинает двигаться во мне. Бог попросил меня сделать нечто. Ничего безумного, но это могло показаться безумным. Когда вы с Богом, вам нужно становиться ниже перед Ним. Вам нужно смиряться. Поклонение — это когда вы опускаете себя. Прийти в церковь — значит отречься от себя. Десятина и пожертвование — это акт жертвоприношения. И так она пробралась к Иисусу, пока все остальные просто сидели там со своими фантастическими знаниями. Им уже все было понятно. Они знали весь закон.
Они были знакомы с профессорами, преподававшими закон. Они знали все, но в этом не было жизни. Можно прийти в церковь и почувствовать, что там нет жизни и нет Бога. Когда идет дождь, вы чувствуете, что вы мокрый. Так же и тут вы чувствуете, что там сухо. Вроде бы все хорошо, песни хорошие, освещение хорошее, люди нарядные, но там нет Бога. Там не ощущается, что Бог есть. Мы не будем ничего менять, если присутствие Бога ощущается. Услышьте меня, пожалуйста. Без этого ничего не изменится. Ни одно сердце не будет исцелено. Сейчас людям нужна не информация. Людям нужно пробуждение. Я говорю, что людям нужно пробуждение. Южной Африке нужно пробуждение. Христианам нужно пробуждение. Церкви Иисуса Христа нужно излияние Святого Духа, который выше человеческого интеллекта. Так Бог сможет снова зацепить сердца людей, и вы сможете вернуться туда, в то состояние, где вы были 5 или 10 лет назад. Когда вы были по уши влюблены в Иисуса Христа, мы ничего не стеснялись. Вы были, как эта женщина, крайними в своем поклонении, крайними в своем выражении хвалы во имя Иисуса Христа. Павел говорил: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Ваш интеллект не изменит людей. Бог создал нас по своему образу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Пора вернуть себе сердце поклонения. «Слышите меня?» Она прорвалась к Иисусу и сказала: «Мне неважно, что ты будешь делать сегодня. Ты можешь спать, а я пойду в церковь. Я буду поклоняться Богу. Я жажду Бога. Мне нужно прикосновение от Бога. Мне нужно, чтобы Бог двигался в моей жизни. Даже если родители решили остаться дома, приходи в церковь. Даже если придется взять такси, приди в церковь. Я жажду Бога. Мое сердце жаждет Его. Кто-то понимает, о чем я? Или вы продолжаете изображать благочестие? Религиозный самоконтроль ничего не изменит в вашей жизни. Вот почему нам нужно, чтобы наши церкви открылись на полную. Вы не до конца убеждены в этом. А я каждую неделю сталкиваюсь с людьми, которые против того, чтобы церкви открылись. Я сказал этим людям на днях: «Мне нужно слово от Бога. Что же говорит Бог? Не говорите, что говорит правительство. Расскажите, что говорит Бог». Сломленная и плачущая, она покрыла его ноги слезами, которые текли с ее лица. Она все плакала и вытирала его ноги своими длинными волосами. Снова и снова она целовала ноги Иисуса, а затем в качестве акта поклонения... Слышите? Как акт поклонения, а не между прочим. Сердце Бога вам завоевывать не нужно. Но если вы думаете, что завоюете сердце своей девушки, между прочим, то вы ошибаетесь. Вы должны покорить ее романтикой, измените свой подход. У некоторых из вас брак такой же сухой, как и ваша духовная жизнь. В вашем доме нет ни одной свечки. Вы ложитесь в постель в спортивном костюме с пятнами, но когда вы только поженились, все было не так. А сейчас вам все равно. То же самое и с церковью. Мы рождены свыше, мы идем на небо. И давайте приходить в церковь, когда нам хочется, а если не хочется, то можно не приходить. Давайте читать Библию, когда хочется и так далее. Давайте делать то, на что есть настроение. Но как с таким подходом будет выглядеть ваш брак? Да, с браком все так же, между прочим.
Если не отдаваться ему полностью, то он не будет работать. Иисус не прошел лишь полпути на крест. Он прошел весь путь. Он умер не наполовину, а полностью. Он пожертвовал собой не частично, а полностью. Ради нас с вами Он пожертвовал всем. Не бывает христианства без полного подчинения, полного поклонения и полного самопожертвования. Когда брак начинает распадаться? Когда мы думаем не друг о друге, а только о себе и своих нуждах. Другой человек нас не волнует. Так же и в отношениях с Богом. Те люди, которые когда-то были влюблены в Иисуса и не могли насытиться им и церковью, сейчас равнодушны ко всему этому. Они хотят сидеть дома и поклоняться налегке. Перед своим компьютером. Меня просто тошнит от этого. Иисус сказал... «Если вы станете теплыми, то я вас выплюну, изрыгну вас из своих уст». Пастор, это очень жестокие слова. Да нет, это правда. И нам нужно ее услышать. Нам нужно снова стать сломленными. Нам нужно вернуться к скале. Нам нужно снова испытать голод по Богу. Я сказал, нам нужно снова испытать голод по Богу. Нам нужно забыть о самоконтроле и о мнении других людей и бежать к престолу Божьему, как маленькие дети. Мы должны испытывать голод и жажду по Богу и Его движению. Люди могут также приходить сюда, но они не участвуют в поклонении. А вы воздайте Ему громкую хвалу во имя Господа Иисуса. Я вас не критикую, но если говорить о темпераменте и самоконтроле, то я знаю очень мало людей с более сильным характером, чем у меня. Это не хвастовство, это факт. Но я понял, что, приходя к Богу, следует забыть о том, кто вы. Доктор, там, юрист, адвокат, профессор. Приходите в своих Versace, Gucci. С этим все в порядке. Мы должны приходить к Богу красиво одетыми, но пусть ваш стиль не мешает вам в поклонении Богу. Можете даже снять свои шикарные туфли. Главное, чтобы ноги не воняли. Снимайте их и славьте Бога. Ведь так, отдавайте Богу лучшее, что у вас есть. Я сказал, отдавайте Богу лучшее, что у вас есть. Вот она отдавала Богу лучшее. Я сказал, она отдавала Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Мы ни к чему не придем, если не будем отдавать Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Даже когда все унижали и презирали ее, ей было все равно. Она не искала принятия или внимания людей. В этот раз она искала принятия Христа. Ей пришлось пройти мимо скептицизма всех вокруг. Ей пришлось пройти мимо них на коленях. Ей пришлось унизиться, но она влюбилась в Иисуса и поклонялась Ему без стеснения. Она поклонялась Ему расточительно, потому что она нуждалась в Нем. Вы слышите? Она сильно нуждалась в Нем. Вы не сможете исправить себя сами. Наука не сможет исправить этот мир. Политики не могут исправить этот мир. А есть один Спаситель, один посредник между Богом и людьми. Его имя Иисус. И сейчас, как никогда, нам нужно превозносить имя Иисуса. Нам нужны верующие, которые будут прославлять и возвеличивать имя Иисуса громче, чем когда-либо. И вы увидите, как многое изменится. Наша страна изменится. Придет благословение, милость, исцеление, избавление, процветание. Если мы будем превозносить имя Иисуса, скажите аминь на это во имя Иисуса. Послушайте внимательно, потому что есть пророческое слово о вашем будущем. Аллилуйя! Исаия 29 глава, 13 и 14 стихи. Требуется атмосфера поклонения, церковь. Итак, и сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими
языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Когда мы поем Богу песни, это не должны быть песни просто из нашего разума. Чтобы нам было весело. О нет, вы не можете любить жену разумом, ведь так? Вы говорите «я люблю тебя». Что-что, я люблю тебя. А не так, вы знаете, «детка, я просто люблю тебя». Так делает игрок. Если вы действительно любите женщину, у вас будут эмоции, верно? Ну что же вы, мы же говорим об обычных отношениях, а почему мы вдруг решили, что любовь к Богу — это что-то интеллектуальное, это не какая-то придуманная людьми религия, это не какие-то фиговые листочки, если в то, что вы делаете, не вовлечено ваше сердце, то вы не можете включиться в это полностью. Вы не можете посвятить себя этому полностью. Иначе ваша жертва была бы безупречной. В этом должно участвовать ваше сердце, а не только ваша голова. Бога привлекает голова, а не сердце. Я понимаю, что моя проповедь может показаться бессвязной, но в ней глубокий смысл. Бога привлекают не головы, а сердца, жаждущие и смиренные. Жаждущие и смиренные. У нас с этим все в порядке. Да вы сухие кости и своими знаниями. Вы только приносите распри и разделение. Это все, чем вы заняты. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Потому что у вас христианство от головы. Если бы ваше христианство было от сердца, то некоторые вещи даже не пришли бы вам в голову. Итак, тут сказано, сердце же их далеко отстоит от меня. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Почему люди вдруг стали бояться приходить в церковь? Потому что ученые и политики сказали так, что христиане теперь боятся поклоняться Богу. Даже в тех местах в Америке, где церкви открылись уже на 100%, христиане не возвращаются в церкви. А почему? Знаете? Бог видит это, и Он сам вмешается в это, Он сам приведет все в порядок, Он сам изольет Духа Святого, Он сам сделает так, что сердца людей обратятся к Нему, Бог сам уберет у людей каменные сердца и даст им сердца из плоти. «Вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно». Бог обещает делать что-то чудное и дивное в церкви и в вашей личной жизни. Поверьте в это и скажите на это «Аминь» во имя Иисуса. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Бога не победит никакой совет. Бога никто не будет контролировать. Духа Святого никто не будет контролировать. Придет пробуждение, и это пробуждение начнется там, где люди жаждут живого Бога, где люди поклоняются живому Богу без извинений и оправданий. Аминь во имя Иисуса. Готовьтесь к тому, что Бог будет делать удивительные вещи в вашей жизни. Будьте готовы поклоняться Богу на высотах и внизу. В долине и в огне Бог всегда рядом. Он никогда не оставит и не покинет вас. Даже когда жизнь сбивает вас с ног, не становитесь циником. Будьте как Иов. Даже когда жена посоветовала ему проклясть Бога, он сказал, «Я не буду этого делать. Я буду поклоняться Богу».
И пока он поклонялся Богу, Бог придумал план его восстановления. Хочу напомнить вам, что 21-й будет годом божественного восстановления. Когда мы становимся ближе к небесам, когда мы правильно поклоняемся Богу, жажда и смирение. Мы увидим, как в нашу церкви и в нашу жизнь приходит климат небес. Мы увидим божественное восстановление, которое принесет исцеление и свободу. Поклонение от сердца привлекает Бога. Настоящее поклонение — это то, где Иисус в центре. Это поклонение в духе и истине. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Он ищет тех, кто поклоняется в духе и истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. А что такое Дух? Это ваше сердце, это место ваших эмоций и чувств. Вы не можете поклоняться Богу без чувств и эмоций. Дух — это ваш разум, ваш интеллект, ваше мышление. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой и чем? Всем разумом своим. Тут нет полумер. Невозможно любить Бога в полсилы. Поклоняться Богу нужно всем своим естеством. И Давид писал: «Моя плоть томится по Тебе. Моя плоть томится по Тебе, Боже. Душа моя жаждет Тебя». Но жажде должно предшествовать покаяние. Покаяние означает отвернуться от чего-то и повернуться к Богу. Вот что такое настоящее покаяние. Покаяние — это не самоистязание. Вовсе нет. Покаяние — это значит повернуться к Богу всем сердцем своим. Вот что такое покаяние. Эта женщина пришла к Иисусу со всем своим стыдом, позором и грехом. Она пробралась к Иисусу. Вот что такое покаяние. Это когда вы пробираетесь к Иисусу. Пробирайтесь к Иисусу, потому что когда вы найдете Его, все изменится. Склоним наши головы и закроем глаза. Оставайтесь на местах. Где бы вы ни были, дома, перед телевизором или в одной из наших церквей, знайте, что Бог любит вас, Бог желает иметь с вами отношения. Мы либо за Него, либо против, мы либо горячие, либо холодные. Вы скажете: «Пастор, вы говорили обо мне. Мне нужно вернуться к Иисусу, мне нужно примириться с Ним, мне нужно новое начало». Если вы этого хотите, то тихонько поднимите руку. Да-да, поднимайте, поднимайте. Ну же, это ваш шаг, ваша жертва, ваше признание. Поднимайте. А теперь повторяйте за мной: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я отдаю Тебе мое сердце. Я отдаю Тебе все. Я верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес. Сегодня я приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем. Спасибо за Твое прощение и новое начало. Теперь и навеки я Твой. Во имя Иисуса. Аминь».